Жительница Куйков Лилия смело подъезжает к выезду из деревни, но в нерешительности останавливается. Пора ехать дальше, она не рискнула. Страшновато даже. Ну, эта дорога самая ближе, куда можно проехать, потому что через город это еще дольше придется ехать. Еще там дороги ужасны, тоже как в пробках можно простоять. Март. Люди довольны. Тот, кто еще верил в проходимость своего металлического коня, вынужден был обратиться к помощи буксира. В такую неприятную ситуацию угодили десятки автомобилистов, которым сочувствуют их коллеги. Вчера вот вечером буквально Нива стояла в грязи. Потом вот ночью с работы ехал, трактор доставал, вытаскивал эту машину тоже. Ну они летают либо на дорогу где-то в другом месте делать, ну не здесь, я не знаю, отсюда даже это выехать проблематично иногда. С двух сторон летают по этой, как по полю. Есть камикадзе, кто все еще пытается, но сейчас уже бесполезно. А накануне свои заезды здесь устроили владельцы НИВ. Им сразу же после гонок нужно было искать автомойку, судя по фотографиям. А пешеходам тут вообще не пройти. Смотрите, тут грязь, спасительные островки, казалось бы, снега, но нет, и в него можно провалиться почти по колено. Правда, есть любительницы сделать яркие кадры на фоне беспросветной грязи. Впрочем, после строительства запланированной здесь трассы дорог должна приобрести совсем иной вид. По ней можно будет возить детей в проектируемую школу. Марсель Бикбаев, Сергей Ткаленко, телеканал «Эфир».